Уважаемые коллеги, я хотел бы вручить нашему Ибрагиму Саитову благодарственное письмо от начальника УВД и вручить наш знак за отзнаку УВД. Я, конечно, он никак не может совпасть со значимостью олимпийской медали. Вот. Но вместе с тем, знак нашего уважения, знак признательности за то, что вы прославили нашу родную Беларусь. Поверьте, мы болели за вас искренне, когда вы взмахнули флагом белорусским. Но это как бы дорогого стоит, поэтому поздравляем. Стало известно, что билета членского ни в Рунее нету. Но тут мы исправляем эту, так сказать, ситуацию, вручаем билет. Я еще в Руне официально. Это наш флаг «Динамо». Я думаю, мы сделаем так же. Ну и тренеру приготовим также сувенир. Мы с небольшим подтекстом. Я не знаю, вы знаете? С казахским, да, конечно. Поздравляю. Спасибо. Оправдать те надежды, которые были в адрес меня, то, что хотя бы, конечно, я ехал туда за золотом, хотя и, правда, не получилось, сейчас поставимся для золота, но мы довольны и бронзой. Сейчас самое такое внимание нужно уделять детскому юношескому спорту, это мне знакомая тема, почему, потому что даже мой старший брат Адам, ну, его зовут Адам, он работает детским тренером, и как бы все заслуги, сейчас даже все олимпийские чемпионы, чемпионы мира, чтобы стать, это все начинается с детства юношеского спорта, с тренеров, которые ими занимаются, и зачастую они остаются без внимания.